Всем привет, ребят. Очередная у нас прокачка с одной и той же самой оперы. Это будет Рино. Почему Рино? Потому что я хочу прокачать одну интересную бочечку на обзорчик. Не знаю, возможно, обзор на бочку выйдет раньше, чем на этих героев. Ну, это, в принципе, такое. Вот такой вот у нас есть герой Рино. Чем интересен, имеет перевоплощение, снимает энергию, наносит зональный урон, отхиливает себя точно так же, как и Бигфут. В принципе, в этом его и плюс. То есть, в плане там дамага, очень много дамага, но единственное, почему я не качаю его на урон, я это уже показывал у себя, по талантам нету смысла, потому что он будет убиваться, он будет ватный. Есть смысл его качать на деф, можно поставить каменку, можно поставить вот так вот священный огонь. Сейчас вы посмотрите на Рино со священным огнем. Это самое топовое для него. Есть возможность, конечно, поставить бас, но опять же тесты показали, что это не то самое топовое все-таки для него СО. Конечно, можете собирать любые варианты. Герой более-менее универсален, поэтому любой талантик на нем будет смотреться плюс-минус, но это для него самое топовое. Также огненная защита, он отхиливает и отражает, тоже очень круто на нем смотрится. Какой его плюс? Имеет быстрый набор энергии и также невосприимчив к разбросу, то есть там стрелок, душегуб ему не страшны, там даже корка та же самая, в принципе, ему не страшна, потому что у него иммунитет. Вот на первом скилле, как видите, снимает энергию 18 единиц, 50%, то есть это не меняется. На 12-м там просто будут базовые увеличения. Давайте сейчас мы ему сделаем десяточку. Он у меня уже сотым просветом. Так, плюс 527. Рунами поставим ему каменку. Вот так вот каменку. Вот у него сейчас будет. И давайте еще плюс ангела. Ангел, конечно, еще не докачался. Нету еще пока. Не продают его. Вот такая вот сборка. Как видите, по жизни он танк. То есть по показателям. Реально очень кайфовый танк. Час 83 тысячи у него уже. И 3800 атаки. Ну, атака у него идет за счет скилла. Поэтому, как бы, если поставить ему атакующий талантик, будет, конечно, дамажить много, но и будет убиваться, соответственно. Поехали. Даже такую вот сейчас прокачку потестируем. Очень, кстати, неплохо смотрится. Седьмая каменка и священный огонь 8. Сейчас увидите это по урону героев, которые без аугментации, видите, его очень долго сливают герои со второй авой, хотя должны в принципе ушатать сразу. Ну, это еще не вся, скажем так, его суть. Такс, блин, даже некого такого напасть. А вот, кстати, есть душегуб. Вот смотрите, стрелок бьет, у него энергия не снимается. Ой, я случайно Минотавра выпустил. Вот душек бьет тоже, пофиг. Ну, как видите, вторые эволюции. Так, Минотавра ушатали. Ну, урон. Фигня по нему, урона проходит. Душек со второй авой еле-еле там коцает его. Но энергию не снимает. Ну, ушатает, думаю. Плюс стрелок еще. Второй эволюции причем. Ну, в принципе, все сами видите. То есть, очень нереально крутой герой. Так, окей, поехали. Будем его улучшать. Делаем ему эво. И делаем аугментацию. По чарам лучше всего, честно говоря, ему доспех. Это самое универсальное. Он герой ближнего боя, поэтому доспех на нем смотрится, дает еще жизни немало. И плюс неплохо так наносит урон. Так, есть 20-й. Отлично.
Потом у меня Рино есть. Есть, поехали. Хотя, в принципе, зачем? Блоком немерено, пусть карты будут. Так, сделали мы ему агментацию. Ничего себе, вот так вот. Интересно. Здесь по чарам, если вы хотите, скажем так, ну не хотите, а самый лучший вариант для него это уклонение, чтобы по нему поменьше попадали. Можно также крит резист собрать, чтобы крит не проходил. Ну, как вариант, и то, и то. То есть тут особо заморачиваться над этим героем не надо. Можно и крит ему, в принципе, и нужно. Пока 12-го у нас нет. Точность. Его основная задача, он будет у вас офигенно разносить вражескую пачку и снимать энергию. Так, крит, атака. Ладно, поехали дальше. Ну, соберем такое что-то интересное. Может, сейчас еще уклонение выпадет. Может, и критовое сейчас соберем, посмотрим. Многие его используют на подземках, в принципе, как вариант, но он будет мешать вам тыковки вашей забирать разгон, потому что ей не будет за что зацепиться. Это самая основная проблема. Если массовые герои, такие как он, разбивают здания все вокруг. Конечно, смотря какая подземка, но реально очень, скажем так, мешает. Больше PvP герой. Ну, на подземках тоже можно юзать. Даже в роли танка выпускать. Так, ну не хотят они давать две пятерки, но... Вот так вот даже крит резист и точность. Короче, вот такая сборная солянка пусть будет. Так, что у нас по чарам? Ну, по чарам сейчас попробуем. Не знаю, тут нету смысла особо сейчас заморачиваться. Ну, вот доспех был. Надо было ставить доспех. Проклятое поле. У меня есть коробки, зачем карты использовать. Так, это ускорялка, не то. Ослеплялка. Ну, ослеплялку смысла нет. Блин, сейчас кучу использую этих. Вот так вот даже. Давайте. Стрелок у нас с пиромагом. Ну, без... Давайте поставим ради интереса, пусть будет такой. Хотя и тут хватает. Ладно, не будем заморачиваться. Лучше кому-то другому, потому что надо хотя бы героев в 20-30 перевести на эволюцию, потом чары ролить, потому что кучу чар просто сольете в никуда. Так. Где там наш герой? Ну, поехали. Сейчас немножко его подкачаем. Так, отлично. Так, смотрим, что он сейчас. Как видите, вот так вот. Фрая просто даже при такой прокачке ушатала. И причем так жестко ушатала. Смотрители, конечно, мешают все время так. Вот единственное, то, что он переходит в форму, ему там надо некоторое время. Но как видите, по урону сейчас он... Очень-очень круто смотрится. Смотрите, герои со вторыми эволюциями на разгоне с Купидоном. Вот еле-еле ушатали. Хранитель. То есть урон держит отлично. Единственное, уклонение, конечно, все-таки будет самый топовый вариант. Но если у вас нету возможности ролить его, то
делаете сборное, что-то универсальное, этого вполне хватит. Ну, конечно же, смотря против кого. Ну, останется. Тут вы ничего не сделаете. Сейчас посмотрим, сколько смерть там ему урона нанесет. Вот видите, забирает энергию у героев. В принципе, они не заряжаются. Конечно, шанс 50%, но этого вполне хватает. Так, там тыковка уже дала разгон, да. Или что там было? Непонятно. Да, тыковка была. Ну, это пока первая. Давайте сейчас его на вторую погоним. Так, отлично, есть. Такс. Есть. Эволюция. Ну, не хватает красных кристаллов, нифига себе. Бывает же. Так, отлично. Эволюцию сделали, поехали дальше качать. Ну, нашего Минотавра просто разобрали. Так, 180 у нас уже не хватает. Значков почета. Так, окей, с этим разобрались. Поехали дальше. Добиваем его сразу на максималку. Идем тестировать. Возможно, я вместо огненки, вот у меня там огненка вторым, прокачаю какой-то талантик на урон уже. Здесь это можно себе позволить, и протестируем его на максималке, на максимальном уроне, что он может делать. Так. В принципе, мы же можем его тоже выпускать. Вот смотрите, опять же, тот же самый стрелок. Но уже урона, как видите, намного больше. Тут уже ему не так страшно. Конечно, его тоже нормально коцают, но он себя отхиливает там в районе 30к. Так, ну что там, Анубис. Ну вот не дает. Конечно, рунами было бы неплохо ему корку еще поставить, и все. Тогда бы ему точно ничего тут не сделали. Они, ну так, немножко ушатали.
Так, отлично. Поехали, делаем ему переходик. Есть десятая и максималку. Отлично. Так, вот 10-10, 8-8, то есть по максимуму он у нас сейчас прокачан. Единственное, конечно, ему лучше было бы доспех. Поехали сейчас Фредди посмотрим. Он где-то с Бигфутом очень-очень похоже. Просто Бигфут замораживает, этот энергию забирает. Но по урону там что тот очень интересный. Ну вот видите, стан все просто слили. Даже при такой прокачке на максимальный деф у БВшного там были. На урон кого-то уже давным-давно бы слили. Так, вот против Анубиса сейчас посмотрим. Ну, Анубис его не убьет. То есть Анубис тут вообще, то есть максимум это он будет процентуально снимать, а дальше урон у него вообще никакой. Ну, Ирину, в принципе, в такой сборке тоже не особо будет Анубиса убивать, потому что тут его надебафает. То есть вечный бой будет. Вариант, конечно, можно тыковку. Вот смотрите, насколько тыковка проседает сразу на половину жизни. Вот даже на разгоне. Еще ворожая кинем. Сейчас мы получим разгон, но сейчас нас там Фрея может просто ушатать. Убились просто на отражалке. В общем, такой вот герой в PvP локациях, конечно, он классный. Поехали забытую потестим. Идем сначала на арену. Надеюсь, он по центру кинет, да. Ну, тут, конечно, противники не ахти, но... Как видите, дамага у него вполне хватает. Самое главное, чтобы он перешел в форму. Ну, то есть пару секунд он переходит в форму, ну а дальше уже дело времени. И себя отхиливает. Так, отлично. Ну, тоже Рину. Фрея, конечно, не мега эпическая, но... То есть, как видите, радиус атаки у него хватает, чтобы достать даже Фрею издалека, даже если будет бить голубей. В принципе, в этом и плюс. То, что зональная атака его дальше, чем 4 клетки, там, либо 5. Ну, все, в принципе. Ушатал. Сейчас еще затестим его на подземках. В принципе, думаю, многие из вас уже знают, что это за герой. Действительно, герой очень интересный. Но в последнее время тоже стал мало используемым. Так, окей. Вот на подземках тоже, как видите, урон у него довольно-таки неплохой. За счет того, что мы поставили ему крит. Вообще супер. Умение работает даже и под станом, как видите. То есть урон он наносит. Вот 180 тысяч. Ну и не проседает, посмотрите. Его сейчас там бьют, но... Убить его не особо могут. Потому что там дефа, блин, дофига. Плюс башни еще. Но мясо тоже немало бьют. Кто бегал, те знают, что, конечно, дамага они немало дают, но... Успешно разбирается со всеми пока.
Вот не дает набирать энергию. Вот так вот. Вот смотрите, какая зональная атака у него. Так, вот тут, конечно, его, наверное, сейчас сольют. Он не успеет отхилиться. Поможем ему. Ну, чем он прикольный, то что он себя хилит. Ну, в принципе, тут дальше должен он их всех ушатать уже один. Один на один он тут всех разнесет. Конечно, времени ему не хватит, чтобы все затащить. А возможно бы и хватило. Не, наверное, скорее всего нет. Не успел бы он же забежать везде. Ну, в общем, вот так вот. То есть, такой вот вариант. Герой действительно очень-очень универсальный. Отхил, забор энергии, зональная атака. То есть, все, что вам надо. Ну, конечно, тут максимально топовая сборка. СО плюс седьмая каменка, то есть у него урона плюс еще ангел 70%. Понижалки дает. То есть он себе вполне себя хорошо чувствует на любой локации. Ну, конечно, против там Фрей никакая защита вас не спасет. Единственное, там уклонение можно нарулить. Но, как видите, Фрей он 150к все равно пробивает. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Все как обычно. Всем удачи, всем пока.